Короче, не парьтесь. Пацаны и пацаны, совсем доброго привет, Metal Family, новый видос вышел на ксайдовнике, немного о планах и достаточно грустная фраза, возможно, последнее видео на ютубе. Все, давай смотреть, реакция, ссылочка на оригинал внизу, пальчики ввысь, спасибо большое всем, кто ставит авансиком, прямо огромнейшее. И комментарии пишите, подписочки организуйте, подписывайтесь с бубенцами, уж я не знаю, что с ютубом в целом реально происходит, но... Вы в любом случае это делаете. Все. А еще раз повторюсь, что повторяю сейчас во всех роликах, опять же, вынужден со всей этой ситуацией, в том числе с Ютубом, с его судьбой непонятной, есть телеграм-канал. Он у меня давно на самом деле есть. Я в нем просто никогда прям голосом не акцентировал внимание на нем. Ссылочка на него внизу. Если интересно все, что здесь происходит, то, естественно, буду рад тебя там видеть, чтобы мы с тобой были на связи. Все, давай смотреть, поехали. Всем аваф! Аваф! Мы до последнего откладывали этот ролик, ждали, когда ситуация хоть немножко стабилизируется, но, походу, время пришло. Не самое лучшее время. Заранее извиняюсь, если получится немного сумбурно и без особых лирических отступлений. Мы делаем этот ролик в спешке. Так ладно, ближе к делу. Со дня на день ожидается блокировка Ютуба. Да, это значит... типа того. На самом деле, это просто какая-то... Ты просыпаешься, реально, просыпаешься, видишь новость о том, что Ютуб заблокирует. Два часа спустя ты видишь новость о том, что Ютуб не заблокирует. Еще несколько часов спустя ты видишь новость о том, что Ютуб сам себя заблокирует. Потом еще спустя сколько-то времени оказывается что-то по-другому. И, короче, все это вокруг крутится, крутится. Потом еще новость, что, типа, оказывается, сегодня или на следующей неделе, а должны были на прошлой неделе... Ты просто уже сидишь такой, типа... Поэтому, ребята, ну, видимо, в каком-то смысле это может быть неизбежно или избежно, потому что если не сам YouTube, то другие люди, тут уже со всех сторон просто, как ни крути, знаешь, один другого пытается заблокировать, один другого что-то какую-то херню творят. В любом случае, еще раз повторюсь, что как ни крути, есть Telegram, он пока что работает, и... Ссылочка на него внизу и все такое. Я думаю, что и сейчас ребята тоже скажут, где их, собственно, можно найти, если что. Потому что сейчас многие авторы будут такое выпускать. Ну, понятное дело, почему. Поэтому не удивляйтесь, это как бы нормально. У всех там разные как бы места будут. Кто-то Telegram, кто-то ВКонтакте, наверное, будет продвигать свой или что-нибудь такое. Поэтому это, в принципе, понятно. Непонятно, что только с Ютубом происходит. Сначала одно отрубили, потом второе. Реально, со всех сторон просто г**но летит. Нет ни одной стороны, которая бы такая, типа, блин, ребята, вот мы вас трогать не будем. Вообще такого нет. То есть, типа, вот куда ни посмотри, ни вправо, ни влево, назад, ни вперед, никого нет, ни с одной стороны, чтобы, типа, реально, хоть как-то спокойно было, что вот с этой стороны хоть, да, вот здесь, допустим, не знаю, не прилетит. Нет, ты в этом вообще не уверен, поэтому... Сейчас важно, мне кажется, тех авторов, которых вы смотрите, наверное, перейти в какие-то другие там места, площадки, сети, где действительно можно быть на связи, чтобы, если что, всегда можно было найти. Что новые серии мы теперь не будем выкладывать на этой площадке. Это касается и русскоязычной, и англоязычной версии, и канала Ксайдовник. Понятно, что все к этому и шло. Сначала мы лишились заработка из-за санкций на международные денежные переводы, потом реклама для канала Ксайдовник. И вот теперь контрольный выстрел в голову от Роскомнадзора. Инсту тоже, как вы знаете, заблочили. Ну, есть... пока нет, но... Я думаю, что да. Вероятность, что в скором времени с VPN туда попасть будет сложно. Так что особых надежд я бы тоже не питала. Очень обидно, на самом деле, за Insta Heavy Beef. Я думала перенести их в TikTok, но, как вы знаете, его тоже забанили. Типа временно, но тоже не очень надежная тема. Так что ни в Инсте, ни на Ютубе больше... А ТикТок тоже разве туда попал? По-моему, нет. По-моему, еще нет. Не, он же работает. Там суть была в том, что теперь не видно этих самых... ТикТоков людей и авторов из других стран. А чисто внутри все видно. Ничего публиковаться не будет, к сожалению. Далее магазин. Да, сейчас явно всем не до покупок. Сахар. Прекрасно это понимаем. Плюс из-за санкций невозможно оплатить заказ из-за границы, и как итог продаж почти нет. А зарплату работникам платить надо. Пока еще, конечно, держимся, но не уверена, что продержимся долго с такими темпами. Блин, обычно у нас, на самом деле, реакция на Metal Family, ну, веселые достаточно, но вот это, наверное, одно вот такое исключение из всех реакций, которые когда-либо выходили на Metal Family, на ксайдовники, на основные эпизоды там серии, сезоны.
Это, наверное, такое исключение, которое, ну, извините, что я тоже тут такой, как бы, да, недостаточно такой, не супер веселый, потому что, ну, тема не веселая, честно говоря. Тема не веселая, но нужная. Скорее всего, перейдем на Озон или типа того. Жаль будет закрывать сайт. Мы только-только подготовили английскую версию комикса, но не судьба, видимо. И задумку с магазинчиком Чеса так и не реализовали. Жалко, столько Чеса. сил было вложено. Ну Прикольно. да ладно. Итак, каков итог? Из-за всего этого дерьма мы, по сути, лишились почти всех источников дохода, которые довольно сильно помогали нам. Мы улучшили качество серии, даже начали потихоньку расширять команду аниматоров, но сейчас все резко стало. И надо думать, как все это наладить. Опять. Но мы сразу хотим сказать, что мы не собираемся сдаваться, опускать руки и так далее. Вот вы сейчас смотрите этот ролик, а мы продолжаем рисовать серию. И Продолжай, будем продолжай. продолжать рисовать, пока физически на это способны. Так что третья серия в любом случае выйдет, но не на Как и весь Ютубе. сезон. Мы пока рассматриваем всевозможные варианты. Это может быть Рутуб, хотя он, конечно, стрёмный. Он ужасно выглядит, честно. Я даже на него зашел ради интереса. Это просто как это что вообще такое? Откуда это взялось? Я еще слышал, что там все, что ты выкладываешь, на какую-то модерацию попадает. По 10 часов там она проходит, эту модерацию. А еще там даже не показываются просмотры. Там, ну это вообще какая-то, это что такое? Зачем она существует? Я не понимаю. ВК, там вроде как-то можно наладить ВК еще, монетизацию, наверное, самый оптимальный вариант. но не уверена. На самый крайний случай какой-нибудь стриминговый сервис. Но хотелось бы Какой? все-таки обойтись без платных подписок. Поэтому мы сейчас больше смотрим в сторону монетизации просмотров. Типа в Кинопоиск добавить Metal Family? Ну, если это возможно, то я думаю, что почему нет? Где нас можно найти? Перетекайте в Телегу и в ВК. Вот. Там будем поддерживать связь с аудиторией, постить У меня новости и так далее. Телеграм. Типа у меня есть страница ВКонтакте, но я не создавал там сообщество. Это уж... Ну, если надо будет, создам. Слушайте, я не знаю. Но пока что Телеграм, он пока работает, поэтому еще раз повторюсь, что пока Телеграм. Вот. И если вдруг я создам там на всякий случай какое-то сообщество во ВКонтакте, то опять же я в Телеграм и скину ту ссылку. Насколько я знаю, в ВК вроде как можно и из других стран зарегистрироваться. Пока Пока. да, пока можно, да. Преимущественно вся новая информация будет в группе ВК. Пока, потому что, например, на Авито уже, по-моему, Авито сам заблокировал доступ из других стран, на сайт. То есть, типа, вот, как бы, и не исключено, что ВКонтакте тоже как какая-то такая история произойдет. Я не знаю, уже вот реально ты не понимаешь, чего ждать. Ты не понимаешь, что происходит, ну, в плане там блокировок всего подряд. И с какой стороны эта блокировка прилетит, понимаете? Я уже сказал, что ты куда ни посмотри, с какой стороны, у тебя нет вот этой вот сейф стороны, где ты такой, ну вот отсюда точно не прилетит. Тут как бы Не, отовсюду может. Пока что нас не очень устраивает из-за того, что нахуй кладет на авторские права. Понимаю, это удобно для тех, кто контент потребляет, но совершенно обесценивает труд авторов. Ну да. Ну вот, кажется, все основное сказали. Грустно все это, конечно. Хочется сказать что-то вдохновляющее, но я не знаю, что сказать. Да, все изменилось и прежним уже не будет. Но главное не опускать руки и не позволять политическим играм и пропаганде портить отношения друг с другом. Короче, не парьтесь. А мы продолжим рисовать нашу историю. Виктория проснулась. Надеемся, она порадует тех, кто ее посмотрит. Вне зависимости от Порадует. национального признака, вероисповедания и политических взглядов. Всем аваф. Пока, YouTube. Это действительно, на самом деле, реакция исключений из всех. Потому что, ну, настроение на Metal Family, когда мы его с тобой вместе смотрим, обычно другое. Но вот так. Вот так, ребята. Это обязательно, я еще раз повторюсь, на самом деле видос, потому что... А по-другому как ты сделаешь, чтобы максимальное количество людей узнало, где тебя найти, если что? Просто в какой-то момент люди зайдут, попробуют зайти на YouTube, а зайти не получится. А VPN, допустим, не будут работать. Я не знаю, ну то есть, типа, ты реально не понимаешь. Мы сейчас просто не понимаем, что происходит. Возможно, все, и поэтому лучше сразу, заранее, таким вот предупреждением показать, где это возможно. Вот, про себя я уже говорил, на самом деле, что... Ой, тут прям смотри. Вот так сделаю, пусть у нас на фоне играет. Это грустная музыка. Но, короче, про себя я говорил уже, что я в любом случае сейчас по возможности продолжаю делать реакции, выпускаю их и... Как бы...
Телеграм тоже есть. Если уж совсем край, то можно в Телеграме это делать. Ну, пока работает. Можно, не знаю, ВКонтакте это делать. ВКонтакте, я думаю, точно не... Вот с ВКонтакте точно ничего не случится. Ну, как бы, типа, самый край туда что-то выкладывать. Но в любом случае, давайте быть на связи. И если что, уж там придумывать. Сейчас, допустим, там, я думаю, наверное, может завтра, может сегодня, там, на этих выходных, может даже эфирчик проведем. Я пока не знаю, где. Я об этом в Телеграме как раз писал. Проведем эфирчик, что-нибудь вместе посмотрим и вообще в целом пообщаемся, поболтаем и все такое. Все, ребят, спасибо, что составили компанию. Не хочу прям как-то совсем драматизировать, но тем не менее. Если вам хочется разбавить настроение от просмотренного этого ролика, то есть плейлисты, есть старые, есть другие видосы. Короче, реакции здесь на канале для тебя есть. И если тебе это нужно, то я здесь, типа... И реакции здесь. Все. Пальчики проставляйте. Спасибо всем, кто проставляет. Реально, еще раз, огромная поддержка. Вот. Подписулечки организуйте. Подписывайтесь. А все равно подписывайтесь, еще нет. И опять же, ничего же не понятно. Поэтому подписывайтесь. Вот. Спасибо большое всем, кто это делает. И пальчики пишет, и комментарии ставит. И пальчики пишет, и комментарии ставит. Ну все, я поехал уже. Дед поехал. Короче, пальчики ставит, и комментарии пишет, и подписулечки организует. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.